Приветствую вас на канале Валдайский синдром. Видите, ребятки, какая погода? Это вот хорошая погода. Потому что вчера у нас бушевал чудовищный ураган. Дождь, ливень и просто чудовищный ветер. На озеро было вообще не выйти. Сидел дома, а вечером, думаю, что время терять. Дела все равно есть, смотался я в Питер. Короче говоря, смотался вчера в ночь в Питер. Сегодня приехал и приехал проверять. То есть, другими словами, сутки непроверенные 8 кружков. И вот уже, вот смотрите, что творится. Расстояние между этими кружками было метров, ну не знаю, там 70-50. Вот так вот рядом могут быть только в одном случае. На каком-то из них большая щука. А если предположить, что вот этот центральный, 9-й, у него оторван крючок, у меня не было вчера время его, позавчера его поправить, то это стоял вообще там вдалеке. То есть приход кружка сюда в любом случае говорит о том, что щука там была большая. Протаранить 100 метров, может, щука крупная. Че, скрестим пальцы? Тут может быть все, что угодно. Сдохло, открутилось, перепуталось. Все, что угодно. Сутки не было на озере. Не по лени, а, как говорится, по объективной причине. Вчера было вообще просто страшно. Угу. Причем это, по-моему, та же коряга, за которую в прошлый раз у меня зацепился второй крючок. Это жопа. Бобры, конечно, полные гады. Ладно. Разберемся сначала с этим. Та же песня. Та же нахрен песня. Они все зацеплены за одну корягу. Надо будет ехать на берег, брать кошку и доставать оттуда корягу. Иначе это убийство просто. Убийство кружков. Убийственное убийство. Опа. Сука, сейчас порвется. Так, похоже, здесь мне нужна все-таки помощь друга, как говорится, кого-нибудь. Потому что это ебучее бревно и все испортит. Ладно, пауза. Короче, какая-то фигнища творится. Ряды все разбиты, кружков не хватает. Где кто, вообще не знаю, вот нашел какой-то один. Будем считать, что это четвертый. Там вот увидел пятый. Где-то он, пятый. А все остальное... разрухи какой-то. Где теперь это все искать, я даже не знаю. Было бы гладкое озеро, я бы сразу бы их вычислил. А без гладкости хрена с два. Ну, а здесь что? Здесь окунь. Дохлый. Пятый. Простите. Пятый. Разруха, ребята, творится там просто безобразно. Все разбомблено. Все куда-то утащено. Все уничтожено. Ёптать. Еще и рыбы нет там уже. Так-то скажем. Видите, подлещик раздербанен. Напрочь. Потому что он смотрит в сторону. Знаете, где такие штуки вообще взять, кружки? В магазине. Вот у вас стоят вот эти вот. Они же, я так понимаю, цвет меняют, когда тебе рисуют. Они в магазине продаются. Ага. В магазине. Называется кружок рыболовный. О.
Очень такая здоровая красотка. Была. В смысле, сорвалась? Да. Она во время свечки часто срывается. Что такое свечка? Еще один. Типа седьмой. Тоже размокал. Прям какой-то тут жесточайший беспредел творится. Ёшкин ты кот. Вот что значит, ребята, не проверить кружки. Это полная жесть. Но в данном конкретном случае тут щука. Она, конечно, не чудовищных размеров, но щучных. Щучных таких размеров. Дядя, иди сюда. Мы тебя пожарим сегодня. Маму я привез с Питера. Пожарю ей щуку. Так, ну и, конечно же, надо разбираться вот с тем безобразием. Просто реально там что-то гигантских размеров сидит. Поэтому сейчас поеду за помощью. Возьму кошку, попрошу ребят мне помочь. Будем спасать ситуацию. Вам покажу. Последний в этой проверке. Смотрим, что там. Размотанный. Надо их туда стаскивать на русло. Они у меня как-то все уже съехали. Непонятное направление. Но тут как-то... А, да, там щука. Похоже на щуку. Похоже, похоже, очень похоже. Может и нет. Нет, да, щука. Хорошая щука, похоже. Спускаемся по ветру и будем доставать нашу треху. Да? Треха? Не, погорячился. Не, ничего, так ничего. Ничего. Двуха. Значит, крутится. Ребята. Сейчас открутится. Двуха. Так, пока не начала двигаться. Так. Понятно. Где-то там в жопе. Было. Коряга-то ушла, говорю? Или не поднять ее? Ну, не поднять, блядь, там. Что там, блядь, дерево какое, блядь, вообще. Ты его тащишь, дерево-то это? Кружок-то бросил, он уже ни к чему. Главное, само это дерево. Опа. Явно не ветки, да? Нет.
блядь, походу дерево с тупом нахуй. Куча лесок наших тепереча. А там все мертво, да? То, что за лесками там внизу. Короче говоря, кружки погибли. Привет, привет, Владимир Александрович. Щука ушла. Но пока мы плавали, вот тут 10 минут, попалась другая. Пользуясь случаем, надо ее проверить. Да, есть. Вот только-только я поставил живца, сплавал за Олегом. Когда мы сделали вот эту ковырялку, сюда попала щука, хорошая такая, руженька такая, трешечка, нет, душечка, куркается, ничего, ну такая. Кило 800, наверное. Как компенсация за ту... Ах ты, зараза, а. У меня все эти самые, все руки уже просто убитые насмерть. Я уже даже взять не могу. Нет. Сплошная рана на руках. На. Отдыхай. Отдыхай какое-то время. Ладно, короче, так. Все увидели сами. Три щуки есть. Четвертая ушла, спугнул мне турист на байдарке. Самая большая ушла во время шторма, зацепившись на дне за корягу. Плохо, но не смертельно. Все, всем пока.